Всем доброе утро, и мое начинается со стакана теплой воды. Сперва, чтобы как-то проснуться, я начинаю с чистки зубов и умывания. Признавайтесь, кто тоже танцует, когда чистит зубы? Также прочищаю свои капы после сна. Перед утренней зарядкой я обязательно привожу в порядок свою кровать. Лайфхак. После хорошей зарядки чувствуешь себя намного бодрее. На ваших глазах овсяная каша за 2 минуты. Ну не красота ли? На самом деле, с самого детства люблю овсянку не только с ягодами и чем-то сладеньким, но и также и с сыром.
Сейчас я вам продемонстрирую мой самый любимый, легкий, а главное быстрый макияж на каждый день. Я всегда начинаю с увлажняющего крема для лица. Он не только увлажняет и питает кожу, но и служит хорошей базой под макияж. Далее у нас на очереди тональная основа. Она у меня ультралегкая, невесомая и практически не чувствуется на коже от бренда NARS. Плюс с SPF 30. Идеально для лета. По желанию использую консилер от бренда NARS, но распределяю слегка и точечно. А сейчас мы приступаем к нашим бровям. Для начала я их расчесываю, а затем пытаюсь скрупулезно их накрасить, чтобы была та самая идеальная форма. А это, мои дорогие, must-have – прозрачная пудра на все случаи жизни. Я же не одна открываю рот, когда крашу ресницы. К вашему вниманию мой самый любимый карандаш для губ, так как он идеально подходит моему натуральному цвету. И еще один мой фаворит. Бальзам для губ от Dolce Milk со вкусом арбуза. Духи от Барбари и собранные волосы. Ну вот и все. Спасибо, что были со мной, и до встречи на новых влогах. Пока-пока!